Вы давно собственноручно подписывали открытку и отправляли ее любимым, близким самыми теплыми словами. Вот и я тоже совершенно не помню, когда я это делала. Но есть уникальная возможность исправить ситуацию. 11 февраля стартовала акция «Теплые слова из уютного Подмосковья». Это совместный проект Почты России и Комитета по туризму Московской области. Каждый житель может принять участие в данной акции, заполнить вот такую открытку и абсолютно бесплатно отправить в любой уголок нашей страны или за рубеж. А саму открыточку надо покупать? Нет, данная открытка абсолютно бесплатна, марки клеить не нужно. Клиент заполняет открытку и передает ее оператору для дальнейшей отправки. В акции участвуют 5 городов, в которых расположены известные достопримечательности Подмосковья – Истра, Коломна, Серпухов, Дмитров и Сергиев Посад. Для каждого из них выпущена лимитированная серия уникальных видовых открыток. Из Истры можно отправить послание с фотографией Ново-Иерусалимского монастыря. Совершенно забытое ощущение, когда подбираешь теплые искренние слова, выводишь их ручкой на открытке, пахнущей свежей типографской краской, словно вернулась в прошлое. Подписав открытку, не спешите сразу передавать ее оператору. Сделайте фото. Вы сможете стать участником розыгрыша призов. Каждый участник может опубликовать фотографию в своем аккаунте в Instagram с отметкой аккаунта visitmo.ru и хэштегом «Письма из Подмосковья». Также он должен оставить комментарий под постом о розыгрыше, который будет содержать текст «Готово». Напоминаю, что аккаунт участника должен быть открыт на протяжении всего времени проведения конкурса. Более подробную информацию можно узнать по QR-коду, который представлен также на диспенсере. 11 марта наши партнеры Комитета по туризму проведут розыгрыш и определят 3 победителей, которые станут счастливыми обладателями тура выходного дня на двоих в Подмосковье. В Истре принять участие в акции можно именно в почтовом отделении 143-500 на улице Ленина, дом 75. Многие принимают активное участие, кто-то хочет непосредственно принять участие в розыгрыше, кто-то просто берет на память открытку, некоторые отправляют ее своим родным и близким. Сотрудники почты сами могут принять участие в этой акции? Нет, данная акция предназначена только для наших клиентов. Но тем не менее, мы также с удовольствием подписываем и отправляем открытки своим родным и близким. Ведь согласитесь, ни один современный гаджет не заменит настоящие открытки или письма. Самыми теплыми словами из Истры. Пожелаем вам удачи. Приобрести и отправить открытку с видом Ново-Иерусалимского монастыря можно совершенно бесплатно из почтового отделения Истры. Розыгрыш призов состоится 11 марта 2021 года. Елена Аёшина, Антон Елизаров, Истра РФ.